Грандиозным концертом в селе Ленинском завершился отборочный этап областного конкурса «Биробиджанская звезда». Напомним, он проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив и губернатора области Ростислава Гольдштейна. Съемочная группа «РИА Биробиджан» посетила дома культуры всех районов области, где на суд жюри конкурсанты представили свои таланты. Это вокальные, инструментальные и танцевальные номера, декламация стихов, в том числе собственного сочинения. В полуфинал проекта попадут только 60 исполнителей. Завершится конкурс большим гала-концертом в формате open-air, в котором примут участие 20 лучших номеров. Ольга Киселева, Павел Славин, Новости 21.